северной столице со 2 по 5 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Делегацию от Тверской области возглавляет губернатор Игорь Руденя. Глава региона провел ряд важных встреч и подписал соглашения, которые принесут области 60 миллиардов рублей. Это расширение уже имеющихся и открытие совершенно новых производств. Также еще одним важным итогом встречи стало включение Верхневолжья в туристический маршрут «Золотое кольцо Верхневолжья». Подробнее Валерия Королева. Тема форума в этом году «Снова вместе. Экономика новой реальности». Мероприятие традиционно объединяет ведущих политиков и представителей бизнес-сообщества. Делегацию Тверской области возглавляет губернатор Игорь Руденя. В ходе встречи удалось подписать ряд экономически важных соглашений. Первые итоги форума – это привлечение в Верхневолжье новых инвесторов. Таким образом, заключено соглашение о сотрудничестве региона с новой транспортной компанией. Оно предполагает создание в Андреапольском районе холдинга по переработке древесины полного цикла. Это производство пила и топливной продукции. К тому же 390 рабочих мест. В Торжокском районе продолжится развитие проектов компании Shell. Для производства будут готовить и кадры на базе Торжокского колледжа. Мы заключились по соглашениям порядка 60 миллиардов. Мы оцениваем даже не так, как в цифрах, как очень важно в количестве новых рабочих мест. Считаем, что вот те результаты, которые мы формируем на этом форуме, должны нам принести области пользу в ближайшие несколько лет. Также губернатор встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. В ходе встречи обсуждалась тема развития льноводства. Также готово соглашение между правительством области и Герстехнолоджи в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности. Помимо этого подписаны бумаги, согласно которым предполагается строительство завода на территории парка Боровлева-3. А совместно с госкорпорацией «Росатом» область реализует меры по комплексному развитию Удомельского городского округа. Причем реализацию всех соглашений откладывать в долгий ящик никто не собирается. Мы планируем уже в этом году часть проектов открыть, чтобы они стартовали до октября месяца. Мы очень внимательно относимся к их реализации. И сегодня присутствуют партнеры, которые уже с нами открывают и подписывают второе либо третье соглашение по развитию и расширению своих производств. Также есть и новые компании, которые будут резидентами Тверской области. Глава региона выступил на деловом обеде на тему развития транспортной инфраструктуры. Губернатор отметил, что для правительства Тверской области приоритетом является ремонт дорог, ведущих к инвестплощадкам, социальным и туристическим объектам. Тем более Верхневолжье теперь войдет в межрегиональный проект «Большое золотое кольцо». Подписи под документом поставили глава Ростуризма Зарина Дагузова и руководители регионов-участников проекта.